Они хуже, поэтому это нескромные цели, достаточно цель преследуют коллективы. Добрый день, друзья! Все, пока идет своим чередом. Динамо Губка бежит в атаку. И вот очередной удар. И мяч в перекладе попадает. Корнальховик отличилась. А что здесь не будет? Пенальти будет удар от ворот. Будет для Динамо Губка. Вот три забили. Продолжают наступление. Удар головой в исполнении. Конечно же, показательный момент. Ну, Елизавете можно и в чужую штрафную, в принципе, сбегать. А тут едва не привозят сами. Такую паузу, отвлекся от событий, едва минчанки не закинули четвертый мяч. Продолжается атака, ничего еще не потеряно, дальний удар. На выставку Анна Пилипенко, началом матча, на этом мы тоже обратили внимание, всего трое там, 3-4 человека сидели, но один из них это главный тренер Нина Жукова, тем временем забивают четвертый мяч. Динамо Вгувка, Виктория Валюк снова замыкает прострел с правого фланга, два однотипных гола в ее активе, и уже отбиваются брещанки как могут. Неудачный вынос, совершенно неудачный. Будет ли еще один гол? Да! Смотрите, как здорово продавила здесь оборону Карина Ольховик. Ну, отмечаем ошибку Алины Бабко, которая неудачно мяч выбила. Что ж, 0-5. Двойную для чемпиона. Шлобакова на дальнюю штангу нужно забивать. Перекладина снова спасает. Ее крутить, но во втором тайме в левую будем смотреть. Еще один удар, еще один гол. Да, 6-0. Ну и как-то совсем рассыпались брещанки. Может быть, пора уже сворачиваться. И нам с вами, и футбол. Светлана Чикатыло опередила здесь Анастасию Шлопакову. Ну и как сейчас в роли латерали. Линик туда иногда спускается. Это тоже здорово. Ну и передачи, главное, находят подруг по команде. Вот сейчас снова Ольховик направо. Там капитан уже простреливает штрафную. И снова искала на передаче. Всегда получаются интересные матчи, независимо от места турнира и таблицы. Ну а здесь вы пока в одну калитку. Все, и тут большой вопрос, от кого мяч-то залетает. Линник уже справа. Прострел и угловой. Подставляют за игрой, наблюдают за тем, как их подопечные сражаются. Пытаются брещанки сражаться, не откажешь им в желании. Вот даже сейчас дважды здорово страхуют, как своего голкипера. Парастрельная такая хорошая передача, проникающая. Смогут ли Ольховик распорядиться? Удар мимо ворот. Трафик большой возле стадиона. Тут дело даже не в том, что мяч может под колеса вылететь. Это мелочи жизни, тем временем забивает 8-й мяч уже минчанки. Делает это Анастасия Линник. Вот эти мои сторонние разключиться в бой сейчас минчанки. Напомню, у них такая задача. 8-0 по итогам первого тайма. Это, повторюсь, не предел. Сейчас на 9-й заходят. Тут Войнарович едва верховой. Тут и 3 гола летело подряд. Как из автомата стреляли просто минчанки. И сейчас очередной выстрел. И вот залетает 9-й мяч в ворота Илари Войнарович. Но здесь все классно сделала Карина Ольховик. Классно пробила в нижний угол. И не дотянулась до мяча Илари Войнарович. А уж из садика, кстати, мяч вернули. Причем сделали это запасные брестской команды. Да. И смешно, и грустно. Это как раз из той оперы. Тем временем на поле-то отбиваться приходится брещанками. Смотрите, какой удар наносит. Интересный. По флангу мяч продвинул. Дубинь в штрафную. Там Стопинчук ошибается. И Тиховодова легко эту ошибку использует. 10-0 в пользу Динамо Бух. На 59-й минуте. Ну что ж, еще 3 гола. И заветная. Да. Мог быть 11-й мяч. Но сейчас попытка издали пробить
исполнении Виктории Казакевича, не точно. Есть у них такая опция. Даже что хозяйки. Ну, еще один дальний удар наносит его. Ну, честно говоря, атака Бгувка, так и Динамо Бгувка, она немножко ослабела, мне кажется, с уходом таких девчонок, как Валюк. А вот, ладно, не буду продолжать мысль, тут уже забивают, собственно, гости очередной свой мяч. На кого там его запишут на 68-й минуте, но принимает поздравления отметки в 200 забитых за сезон. Войнарович, будет ли добивание от Ольховик? Будет, но куда-то там опять по окнам детского сада. Все минчанки у чужих ворот. Заряжает капитан. Войнарович не сразу этот мяч фиксирует. Пас направо, Дубень. Прострел. Красиво Ольховик пыталась пяткой то ли ударить, то ли сделать скидку на Тиховодова. Здесь еще один удар за пределы штрафной. К этому самому мячу. Своей соперницей-то была вышедшая на замену Вита Николаенко на газон. Но у них еще есть время. Еще есть минут 14, чтобы забить два гола. Вот сейчас Ольховик как раз это делает. Вот уже остается один. Ну что? Следующий мяч. Следующий мяч. Ромалепи тут пробрасывает, и вот этот 200-й гол минского Динамо Бгув к сезоне. И действительно, именно Ольховик его забивает. 13-0. Ну вот, задача на соперницам. Тем не менее, именно это и происходит. Подарили. И Ольховик, еще один удар.